Наряд остановись. Равняйся. Смирно. Равняй на середину. Товарищ капитан, личный состав Одинцовского АО для проведения инструктажа построен. Командир взвода, младший лейтенант полиции, дозором. Инструктаж перед очередным рабочим днем, а он не обещает быть легким, впрочем, как обычно. Росгвардейцы смело смотрят в лицо опасности. Говорят, уже привыкли. На страх просто нет времени. Мы как бы обязаны быть физически подготовлены ко всему. То есть будем потом все это анализировать. Страшно, не страшно. Как бы не, уже я уже 10 лет в этой сфере. Служба в армии, 4 года работы на гражданке, потом снова служба, но уже во вневедомственной охране. Сейчас Дмитрий Дозоров, командир взвода. Должность новая, обязанностей много, но он справляется. Я отвечаю за личный состав, служебную документацию. Да много чего входит в обязанности командира взвода. Всего по чуть-чуть. Сотрудник Росгвардии должен быть готов ко всему. Хорошую физическую форму Дмитрий поддерживает не только по долгу службы. Он полузащитник футбольной команды «Warriors», играл в первенстве Краснознаменска и в Звенигороде. Я могу и на ворот встать, если надо, то есть и такое было. Ну, не знаю, как-то я цепки такой, красиво, хорошо пасы раздаю, то есть так. А доставляю мяч куда надо, а ребята уже свое дело делают. Но не только футболом занимается росгвардеец. Бег минимум по 10 километров в день, велосипед, лыжи. Предпочитает коньковый ход. Этому увлечению чуть больше года. Дмитрий признается, в школе это занятие недолюбливал. Мне нравится, когда коньком бежишь, это такое удовольствие получаешь неописуемо. Лес, природа, снег, что еще может прекраснее? После тяжелого рабочего дня, конечно. Дмитрий – постоянный участник лыжных соревнований. Но о приближающейся весне не грустит. Ведь когда растает снег, у него появятся другие возможности. Например, поучаствовать в беговом марафоне. Росгвардеец говорит, давно мечтал, но не было достаточного уровня подготовки. А теперь есть все, чтобы заявить о себе. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».